что ж, малыши карандаши, пришло время прогулки. Собирайтесь скорее, там такое солнышко, поиграйте в песочке. Ура, гулять, наконец-то, свобода! А где ведерки, лопатки, крабельки можно взять? Это вам все обязательно выдам, только сначала приберите игрушки. Вот так всегда, сначала хорошая новость, а потом плохая. А можно мы не будем игрушки прибирать, мы потом все равно придем сюда и будем все раскидывать. Вот-вот, что за бесполезное занятие, игрушки собирать, а потом раскидывать и опять собирать. Может, не будем заниматься бесполезным занятием? Вдруг сейчас на улице дождик пойдет, и мы не успеем погулять, а? Цветочек, ну воспитательница, ну пожалуйста. Так, капризуля, отставить упрашивать. Вон сделала глаза, как у кота Шрека. Нет-нет-нет, не поможет. Давайте собираем игрушки и бегом за мной на площадку в песочницу играть. Эх, ничего не поделаешь, придется собирать. Давайте быстренько соберем, чтобы успеть нагуляться вдоволь и в песок наиграться. Малыши, гуляем здесь, не разбегаемся. Хорошо, воспитательница, мы поиграем в прятки в песочнице. Черт ты водишь, иди считай, а то еще тебе песок закопаю. Эй, давайте в прятки, точно-точно. Ну, кто умеет считать до 10? Малыши, малыши, вы где? Я же сказала не убегать, вы что? Где я вас здесь буду искать в песке? Кто не спряталась, я не виновата. Я тебя нашла. Малыши, где вы разговариваете? Зато я вас не нашла. Я с вами больше гулять не пойду. Опять все перепрятались, но я же предупреждала. Ку-ку. Никого нет. Ну что такое? Что за вредные малыши? Эй, вы где? Неужели я их потеряла? Что случилось, цветочек? Супер Биби, так хорошо, что ты прилетела. Представляешь, я пошла с малышами на прогулку. И всех потеряла, никого найти не могу. Я тебе, конечно, помогу сейчас. Я посмотрю сверху. Мне все-все будет видно. Хорошо? А ты пока стой здесь и не нервничай. Ага, попались проказники. Ну что это такое? Вы зачем воспитательницу доводите, а? Все попрятались, она же вас предупреждала. Гуляйте на виду. Супер Биби, извините нас, пожалуйста, мы хотели поиграть в прятки, а потом все нашлись и все спрятались. Ага, а вы слышали, что где-то здесь рядом бродят сиреноголовый? А вы? Сиреноголовый? А он существует, что ли? А мы думали, что это за странные звуки. Ах, вот вы где, странные звуки. Я уже испугалась за вас, думала, все, он вас куда-нибудь унес, и нет больше малышей. И что я скажу вашим родителям? Так, здравствуйте. Вот, здравствуйте, посмотрите. Эти малыши вредные спрятались, а еще наелись песка. Теперь у них живот болит. Ай-яй-яй-яй-яй. Мы больше не будем. Я чуть-чуть попробовала. Он оказался вкусный. Итак, малыши, я надеюсь, вы меня поняли, что так на прогулке вести себя нельзя. Никак нельзя. Понимаете? Прятаться от меня, убегать, сбегать, а тем более есть песок. Цветочек, я больше не буду, честно-честно. Ну, конечно, а больше и не надо. Поехали со мной в больницу скорее, будем животик промывать. Ого-го, какая клизма. Да, подруга, тебе не позавидовать. Я больше песок есть не буду, это точно. Что? Ты тоже ела песок? А ну, говори срочно. Нет-нет, цветочек, послышалось вам. Это я как-то раз давно-давно пробовала. Он оказался невкусный, я его выплюнула. Ну-ну, вы смотрите, признавайтесь. Кто ел песок? В очередь становитесь. Едем в больницу промывать желудок. Это опасно. Неужели вы не понимаете? Песок в животе не переваривается. Ну что, где мои малыши непослушные? А вот и Супер Биби. Я же вам обещала бассейн с конфетами. Ой, Супер Биби, привет. Этим непослушным малышам не надо никаких бассейнов. Тем более с конфетами. Они меня не слушаются, сбегают, а мы им конфет килограмм. Нет, 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 Супер Биби. Лучше отдай этот бассейн каким-нибудь послушным малышам. И этим. Цветочек, ну я так не могу, я же обещала уже. Да-да, цветочек, она обещала, она Супер Биби, она свои обещания всегда выполняет. Поэтому мы сейчас будем купаться в бассейне с конфетами, круто! А вот и не угадала, сначала ты едешь со мной в больницу на промывание желудка, а там посмотрим, что я тебе порекомендую, бассейн с конфетами или постельный режим. Будешь знать, как песок пережевывать. А, это что значит, все будут сейчас в бассейне купаться, а я буду в больнице? Вот с этой клизмищей валяться. Вот так, друзья, поняли? Не ешьте песок, как я, а то тоже все самое интересное пропустите. Доктор, поехайте быстрее, быстрее меня отпустите. Ну а вы, малыши, в свою очередь обещайте за такой щедрый подарок. Цветочка свою воспитательницу не расстраивайте. Слушайтесь, не сбегайте, не убегайте.
Всем все понятно? Да, Супер Пипи, все понятно. Мы будем самые-самые послушные малыши, ребята. Слушай, Супер Пипи, а там реально сиреноголовый был? Реально? Что же нереального-то? Вы что, его не слышали, что ли? Самый-самый настоящий. Знаете, сколько на улице опасностей? А вы так просто взяли и сбежали. Ай-яй-яй-яй-яй, нельзя так делать. Ну ладно, несу бассейн, будете купаться. Вау, какой он гигантский и огромный. Где вы такой взяли, а, Супер Биби? Этот бассейн сделали Катя и Макс на канале Дренога ТВ. А если вы, ребята, хотите узнать, как его сделать, заходите туда, там уже новая серия. Вот такой гигантский бассейн со сладостями. А я, кажется, догадалась. Трубочка для коктейля, клей и конфеты. Это все, что для него надобно. Обалденно. Спасибо тебе, Супер Биби, ты у нас самая лучшая в городе. Эх, жаль только, теперь нельзя баловаться. А так хотелось, да? Не, если будем баловаться, она сказала, у нас обратно его заберет. А я конфеты ни на что не променяю, ни на какой песок. Только вы, малыши, не увлекайтесь. А то знаете, куда уехала ваша подруга? Конфет много, тоже кушать нельзя. То есть купаться купайтесь, но сладостями не увлекайтесь. Да, ребята, вот такая история. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дренога и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока!